специальное предложение только сегодняшнего дня. Это ветровка, которая называется «Ивона». Это ваша ветровка для путешествий, для комфортного времяпрепровождения. Это стильная ветровка, которая подарит вам самый яркий образ. Ну и, конечно, защиту, потому что все детали у нас максимально функциональные. Цена только сегодня 2999 рублей. Самая выгодная покупка сегодня на телеканале Shopping Show. И мне нравится, что она яркая, модная, современная. Она компактная и здорово защищает нас с вами от дождя, от ветра и от другой непогоды. Сегодня мы экономим 45%. У нас великолепная размерная сетка от 58 до 70 размера. Давайте познакомимся с нашей цветовой палитрой. Какие цвета уже доступны к заказу? Я обещала вам, что это будет очень яркая коллекция, поэтому давайте выбирать. Итак, ветровка Ивона представлена у нас в цвете, который в заказе будет называться горчичный. Посмотрите, какой он шикарный, какой он сочный, какой он яркий. Очень приятный оттенок. Далее цвет, который в заказе будет называться ментоловый, такой приятный, освежающий. Далее мой выбор – это джинсовый оттенок. Посмотрите, тоже очень сочный, очень красивые оттенки. И цвет, который выбирает Светлана на подиуме, будет называться в заказе бежевый. Дозванивайтесь и заказывайте. Пока действует супер выгодная цена за элемент верхней одежды в вашем гардеробе. Всего 2999 рублей вместо 5500 рублей. Это супер выгода, которая действует только один день. По поводу размеров. Смотрите, размер у нас стартует от 58 до 60-го, до 70-го, прошу прощения, да. Сдвоенная размерная линейка. У нас с вами сдвоенная размерная линейка, которая не пересекается, да? Нет, она пересекается. 58, 60, 60, 62, 62, 64. По моим личным ощущениям, я рекомендую вам выбирать эту ветровку на размер больше, для того, чтобы она сидела суперкомфортно и свободно. Вот смотрите, я сейчас хочу сделать замер в размере 58, 60. Это наш стартовый размер. Полуобхват по груди в размере 58, 60, 66 сантиметров. Это будет у нас 132, соответственно, да, получается. Ну, мы вписываемся с вами в ГОСТ, да, а должно быть 116, вот мне подсказывает. То есть мы вписываемся, но я все равно рекомендую вам брать ее на размер больше, потому что все-таки верхняя одежда, ну, так как по мне, да, должна сидеть очень свободно. Давайте сделаем замер 58, 60 в линии проймы. Какие показатели у нас здесь с вами будут? Вот так я максимально расправлю сейчас. Итак, ну, 27-28 сантиметров, 40-54 сантиметра у нас будет с вами обхват в 58-60, а обхват проймы. Ну, длину мы с вами понимаем, да, и видим на информационной плашке, это 73 сантиметра, и у нас с вами она будет вот такого прямого кроя, плюс по бокам у нас с вами вот такие молнии, они функциональные, и они дают нам еще с вами в области бедер свободу на 4 сантиметра с каждой стороны, то есть это еще плюс 8 сантиметров, здесь у нас свобода, и у нас с вами здесь глухой клапан, то есть у нас с вами образ не меняется, не теряется, скажем так, да, здесь у нас не будут с вами разрезы, здесь у нас глухой клапан, поэтому мы получаем с вами идеальную посадку по бедрам, если у вас фигура груша, если у вас богатые бедра, а сверху, то есть нет такого сильного объема. Еще раз, рекомендую выбирать ее на размер больше. Звоните, заказывайте до 70 размера, это супер предложение для тех, кто едет в путешествие, для тех, кто остается в городе. Такую ветровку вы будете носить весной, летом, осенью. Такую ветровку вы возьмете с собой в санаторий. В такой ветровке вы будете ходить по делам там каким-то, да, в магазин, может быть, в банк сходить, с детьми погулять, отправиться на работу. Такая ветровка является настоящей палочкой-выручалочкой женского гардероба. Тем более, ну, честно признаюсь, ходила в магазин недавно, ну, с детьми ходила, но все равно поглядываю так на витрины магазинов, где женская одежда предложена, ну, там максимум 52 размер. 54 это уже редкость, 56 это просто вот не найдешь нигде, а 60-е, 70-е размеры. Нет таких магазинов, допустим, вот в моем районе один единственный магазин. И таких красивых ветровок, честно говоря, я там не видела ни разу. Часто туда захожу, смотрю что-то новенькое для мамы. Поэтому вы
выбирайте ветровку до 70 размера. Берем на размер больше, сдвоенная размерная линейка. Ветровка сама по себе очень функциональная. Во-первых, у нас есть капюшон. Капюшон свободный, капюшон просторный, со стойкой воротником, который полностью закроет вас от пронзительного ветра. Да, даже от такой конкретной непогоды, если вы поехали в путешествие, куда-то там в горы ходили, на экскурсию, вдруг подул ветер, вдруг пошел ливень, можно закрыть полностью, да, вот так вот доверху, да, свет вот так вот, да, не дует ветер нам. Хороший просторный капюшон с кулисками функциональными, которые можно также затянуть для того, чтобы получить максимальное тепло, комфорт и уют, чтобы вам было хорошо. Далее мы видим с вами украшения на нашей молнии, да, красиво она оформлена, в принципе, мы видим с вами такие декоративные детали, очень симпатичные и очень стильные, что тоже добавляет нам с вами настроение. Прекрасное у нас с вами, также вот в портретной зоне у нас здесь как брендирование сбоку, да, буковка В у нас вот такая, как галочка, В, ну, это Виктория, да, наверное, вот победа, вы победительница настоящая, вот здесь у нас, да, вот такое брендирование, очень симпатично смотрится, мне нравится, это очень стильно выглядит всегда, ну, добавляет веса, скажем так, да, нашему предложению. Удобные карманы, которые чуть-чуть приподняты, да, вот как свет сейчас показывает. И еще раз функциональные молнии по бокам с глухими клапанами, которые дают нам возможность еще на 8 сантиметров сделать шире по низу нашу с вами куртку. Все функциональные детали, да, по внутренней части у нас с вами есть подклад. На свободу движения здесь все рассчитано. Здесь у нас с внутренней стороны есть вот такой карман для того, чтобы какие-то важные вещи туда можно было положить. Пожалуйста, подклад, обратите внимание. Все выполнено качественно. Добротная у нас с вами получается ветровка, которая поможет чувствовать себя комфортно, которая почувствует себя, поможет достаточно свободно, да, и при этом у нас есть такой колорблокинг, который дарит, опять же, стройность фигуры. То есть такие детали, вот такие приемы, да, стилистов позволяют все-таки женщине выглядеть стройнее. Плюс у нас с вами есть еще функциональные паты, которые Светлана использует. Таким образом, здесь может часики какие-то, да, браслетики показать красивые, можно не использовать. Да, длина рукава, кстати, я сейчас отправлюсь на рейл, да, и еще замерю вам длину рукава, потому что это тоже очень важная такая деталь. Сейчас скажу, 58-60 у меня, да? И длина рукава от верхней части плеча 65 сантиметров. Вот в чем, смотрите, фишка. Здесь я могу загибать рукав, и у меня никак не это не влияет на мой дизайн, на внешний вид. То есть не обязательно идти в ателье и как-то подрезать, да, эти рукава. То есть здесь у нас все продумано абсолютно. Звоните и заказывайте. Это самая выгодная покупка сегодня на телеканале Shop & Show. Все звонки бесплатные.